Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Короче, вот, рассказываю, ребят, записывайте. Как играть на этой вообще аномалии? Что она себе представляет? Что делать? Во что я превратился? Кайс Гослинг, да. Вот так начали сделаем, теперь смотрим. Как всегда, самое сложное мне дается. Ой-ой-ой-ой. Винообразы один. Вот самое сложное мне дается, конечно. Самое сложное. Фиг угадаешь. 30. Я там без стрима сейчас пока бегаю. Винообразы 2. Ох, это сложный, правда? Подсказка. Подсказка, да? То есть вот это двоится, вот это двоится, вот этот чувак кричит о том, что там он. Я в него поверю. Let's go! Хорошо, когда есть что разыграть. Мы соберем, да, наверное. Да, соберем. Эй, у него мой баф. Это же моя карта была. Можно соединить, у него есть генерация камней. И 1-2. У меня есть лавовый плюс. Крутоклыки. Третий ход. Левелапнул. Втащил на 6. То есть там есть второй дроп, ребята. Там есть второй дроп, который втащил Вардену. Нет существ, которые защитили Вардена. Его имя Сатору Годжо. Его имя Сатору Годжо. Сильнейший из нынешних магов. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Как я зовут чувака? Такеда, да, кажется? Катракомик. И... Против Кензиаку. Короче, я шарю, ребята, шарю, я знаю. Спойлеры, вам это ничего не даст. Нулевая информация. Так, а вот это осуждаю. Запретки тут не надо писать. Здесь это двоится просто. Быстрый через тебя бесконечные щиты. У тебя баф ко мне не будет, они все в тройке находятся. Поэтому свинки, по-моему, просто слабы здесь. Ну, просто давай заберем. Опа. Опа. У тебя все отлично складывается. Пирата без брана крути получится? Я думаю, что получится. Я верю в это. О, вау, лучший удар. Ах, я направо тоже было, окей-доки. Обычно, кстати, на пятый таверне, там через 1 000 000 трипетов, когда играют, когда нечетные таверные, там бран у меня, крупье, плюс триплет обычно собирают, там дракона, дракона кисси, вот это вот, и дракона кисси плюс... Короче, танцор диска активирует золотого дракона кисти, за счет этого еще триплет, и тогда можно будет бран находить. Вот обычно, когда, ну, нечетно, я такое вот собираю. Вот это уже разговор. Там было два крутоклыка,
Но с другой стороны, он проиграл девочке до 5. То есть, возможно, продал то и другое. И забрал сейчас про свинобраза такого флагоносца. Ребят, один или два? Смотрите, он пошел левел на третий ход. И проиграл чуваку, у которого был только 2-5 на столе. Он только торговки проиграл. Крутоклык бы выиграл торговку. Значит, он продал два крутоклыка, чтобы пойти левел. А потом в четвертой верни он решил забрать себе свинобраза флагоносца. Два, все два голосуют, а я за одним заберу. Фак, реально два. Тактика луставки. То есть он его продал, потом просто пошел левел, новый купил. Да, он тупо нового купил одного. Хз, по-моему, в этом нет смысла. Ну, полагаю, он, наверное, поэтому сидит, да, в суп 8. Потому что делать бессмысленные мувы. Ну, есть Тетрис Пегги, да? Возможно, в это поиграем. Крутоклык тоже хорош под Пегги. Пираты 2. Верю. Амалон поросят. Хватит, посидим кем. А потом, ну и почему чат обманывает? Чат меня почти все время обманывает. Я не знаю, вот вы замечали, вот по процентажу, сколько процентов чат, ну, чат меня жестко обманывает. Даже первая ставка, помню, там была свинообразы. Писал один, и писали все один. Хотя, ну, свинообраз был второй. Как 0%? Как ни разу не было. По-моему, меня все время обманываете. Единственное, бра, это было такое, было, что... Свинобраз один показывала. Там был что-то еще, и свинобраз второй. И все один дыкали. 50-50, ну вот, примерно так, возможно. Иногда правда, иногда неправда. О, вау, это очень круто. Ну, по идее, то он хочет, да, быть нами. Ничья, кстати. Кеквейт. Так, если мы тебя всегда обманываем, значит, и сейчас тебя обманываем. Ну, кстати, получается так, да. А, мы клип забираем? Я думаю, что забираем, вообще нет. Пусть будет. Шел вон отсюда. Вот, хорошо, ладно. Один или два? Я вот сейчас доверюсь. Один или два? Один. Все за один голосуют, все, я вижу. Да вы специально сейчас сделали, чтобы такое, видишь, Арслан? Вот если мы сейчас сказали тебе правильно, значит, мы всегда тебе говорим правильно. Извиняйся. Но... Даже сломанные часы показывают... Даже сломанные часы, ребят, показывают правильное время два раза в день. Лучший. Меньше, чем 3, меньше, чем 3, меньше, Райзер, чем 3. Что? Райзер... Спасибо. Видали? Вот видали? Говорят, лучший. Ну, терпеть не собирается. Давайте его сделаем. Это чисто помогает под Пегги, да? Нам лутать что-то. Спасибо тебе большое, Райстрой. Бак.
Там еще тогда, кстати. Золотые пэки. А. Большое тебе спасибо. Элиза, да, она вот здесь все равно защитила, он слишком большой постам. Ну не знаю даже. Теперь 5, да, карта дает. Счет на таверне. Пожалуй, нет. Один, ну вот видите, уже обманываете, что. Не стыдно вам. А должно быть стыдно, а? Фак, я очень хочу его продавать, но... А что мне остается? Или что, или продать якоря? Может нафиг якорь? Эта хрень работает под пэки, нам нужно больше пэки. Это буквально то, что карта дает. Якоря выкинуть. Нафиг якоря, ну давайте, ладно, поехали. И еще тетрисов. Тетриса. С возвращением якорь. А, мы козы прям на этот ход. Не на этот ход, на этот файт. Раз норлок. Мурлоков нет. Мы прыгали, потому что камни, да, никак не забафать, то есть не всячь мощные будут. Короче, мурлоков нет, Лероя нет. А нежить есть, нежить мурлок есть. Это к тому, что можно ли просто бафать клиф. Это была проверка на дурачка. Молодец, не попался. То есть, когда вы меня обманываете, ну якобы обман, как я говорю, обманываете. Так это идет проверка на дурачка. Которую, наверное, каждый раз проваливаю. Нежить 7. Будем эту штуку забирать? Я бы сделал такой. Наверное, нет. Вот это можно забрать, хотя тоже нет. Он пусть будет. Да, счет адреса. Я просто его, наверное, буду бафать. Ну давайте, что-то подобное. Партия для того, чтобы бафить клин. Ну по идее, тут кроме мурлока, ну короче, это пиратом, вот только можно мурлоком понять, что это верное. Ну либо еще большими стами. А у него такие, кстати, два мурлока. Ой. Тоже не очень хорошая тычка. Я понимаю, что мурлока здесь не особо считают. Но мне кажется, проценты плюс минус правильные должны быть. Потому что все равно так или иначе все сводится к одному. Ничья в итоге.
ты атакуешь яд, и кусочек яда с ним разбирается. Смотрим. Добав Элизу и еще и Тетриса, надо этот... А, в смысле, еще расшарится ты. Это тоже можно, да. Это можно. Вообще не уверен. Блин, насчет Элизы не уверен. Согласен, от таких надо избавляться. Вот тебе золотой. Все на бордаж! Мне нравится ход твоих мыслей. Минус одно существо, плюс один золотой. Всех забираем с пула, чтобы не мешать никогда. Ну-ка, вот что-то там еще подбафаем, вот его чуть подбафаем. Поехали так дальше, крутимся. Нашел Тетриса. И по идее она не особо нужна. Хотя нет, одного просто такого, да, продем. Ладно, ну что-то вырисовывается потихоньку. Вот его бы, наверное, трепет собрать, поставить еще Тетриса и потихоньку крутиться, чтобы... Это баф именно под Пегги. Я сделал все, чтобы остаться. Ну, кстати, есть такое, да. Очень стараются для того, чтобы ее не выкинули. Играли бы мы Тинотрата, были бы на его месте. Я, кажется, против Мурлока. Ну, тоже фиг знает. Может, про своего Мурлока поставим. Вот тебе золотой. Блин, кстати... Тут небольшие траблы. Тут, ребят, небольшие проблемы начинаются. Триплет Тетриса. Погиб раньше, ладно же. Лучше найми кого-нибудь, пока можно. Минус одно существо, плюс один золотой. Я эту стенку получил. Тетрис рядом. Ой, поаккуратнее там. Поставил вот так вот. Почему? Потому что сейчас он как-то попробует меня переиграть. Ладно, я ожидал, что там сейчас будет что-то вроде Мурлока с шестой таверны плюс Реборн. Реборн раскалыватель и стенка на Мурлока с шестой таверны, чтобы все это дело, ну, типа, жестко завахано было. Вообще, ну, что баблы получали. Где Бран? Да нет, Бран, у нас тут четная таверна.
Кстати, я знал, что не будет клива, все равно сделал так, как сделал, да? А, нежить, 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 опять даже не страшно. О, это решает все проблемы. Клапка, клап. А почему так много тетриса? Кто-то вылетел с тетрисом? Ну, просто столько не было. А сейчас начали прям жестко давать. Нормально. Нормально, не важно. Нормально, тут оказывается 20 секунд есть, я думал вообще этот, неважно. Кого ставим, кого ставим, кого ставим? Тебя поставим закрывашку. Нормально, мы справимся, мы справимся. Надо было не того забрать, но пофиг. Воу, стенка на него, ребор на него. Вот, по идее, что должны люди, правда, делать. И поэтому не имеем права клип сюда первым ставить. Потому что стенка, на самом деле, на него это, ну, логичный мув. Нужно пытаться большую карту сделать. Потому что нежить просто сидит, смотрит, как мы качаемся. У нее нет никаких шансов. Только если обмануть нас. В этом мале же пул увеличен, потому что общее количество карт уменьшено. А, ну может быть с этим? Нежить дынька, так а что ей делать? Ну, типа, что ей остается? Спрятал все карты, все нет карт. Не важно, что забрал просто же. Ну, по итогу, наверное, плюс Пегги, минус там какой-то один тетрис. О, не тетрис. Минус Лиза был бы сильнее. Гуми садится, да наверное же так сидим, так нормально же. То есть раньше вот, было бы круто ее поменять, сейчас наверное, ну фиг с ним пусть будет. У Змея Голдобитель было бы проще. Да, не сказал бы, мне кажется, то же самое же, золотые тетрисы, пофиг.
Ракет 16К, говорю, сидел на стрим, не проигрываем. Анимация же нет с дробителем. А, в смысле, ты с керри с руки просто карты не забираешь, у тебя голда идет в твой статус. Твои существа постарались на славу. Все прячу. Прячем, все будет на наших условиях. Минус одно существо, плюс один. Мне нравится ход твоих мыслей. Хорошо, когда есть что разыграть. Лич зашел на стрим, понял. Выдался. Минутка есть, чтобы посмотреть, что же противников. Раз есть возможность, правильно? А сколько пул, кстати, увеличен? Подождите. Я пытаюсь выкупить всех мурлоков с пула, чтобы про меня не заходили. Он, наверное, Cool Story Bob, да? Сделал Долта Клио. Да нет, смысла один есть, и наверное хватит. Надо просто на самом деле. Тут место, скорее просто место лица Пеги поставить, это как так. Теперь два, как он говорит, я зашел на стрим, я этот. Решил посмотреть, сколько трипетов, ну там 19, не так много. Тем более у меня тоже не ситуация, где 3-2, потому что ты скорее морально уничтожили. Ты человек посмотрел стол, такой, о боже мой, 1000. Я а ухожу, говорит. За ноль не нажимает, зажрался. А, могу себе позволить, наверное. А билка за ноль не нажимает, могу себе позволить, вроде как. Голды и так, я думаю, много где не успеем потратить. Вот, допустим, сейчас два пирата не получил. Так, сейчас я этот... Если что, все прочитаю. Там, скорее всего, зачем стол продал? Замечательно сыграно. Посмотрим, что будет. Я бы сделал такой. Мне нравится ход твоих мыслей. Минус одно существо, плюс один существо. Ладно, не важно. Подождите, у меня Мурлок — это карта, которая не получит никогда, никогда реворен. Да, нормально. Баф, да тут все забавно почти четко. Ну, говорю, всякие вот это нежить. То есть это нормально, если играешь на топ-2, условно топ-3. Но... явно не то, чем побеждают. Ну, говорю, то же самое. С таверны 5 уровня я пытаюсь сделать золотого брана, золотого
Вот это, ну, короче, пирата, мошенниц, золотого дракона кистью. И на дракона кистью, когда делаете танцора диска, то есть вы можете копать с пятой таверны, вы копаете пятерку, танцора диска вешаете на своего дракона кистью, и там миллион трепетов идет, и опять все крутишь. Если самого трепета падает самого дракона кистью, то есть там трепеты выходят на в разы больше, там где-то под сотню. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!